Пинкон, меня за зону вывезли, у меня подальше был спам. И назад телепортировали? Все? Найдите этого бойца и накажите его по всей строгости. Вы же опять... Ты меня опять вывозишь. А, блин, я... Какой нормальный. Нормально. Почему-то каждый из вас, каждый первый кричит Аллах Акбар. Любой непонятной ситуации, каждый кричит Аллах Акбар. Так, север двинули. Один называет за... Дэра на первой метке закрепили, здесь чисто. Где он был там? Папа, папа, поставь, он стреляет. Ну так свали оттуда нахер. Вот, короче, маленький островок, который будет перед вами. Один раненый. А, подходим. Маленький полуостров сейчас поставлю. Дайте пинов. Мои точки. Хорошо. Западнее нас на пинах стоят. Да, я видел, я за их встретил. Код потерял. Я знаю. Короче, запад еще прилетает. Не, меня простреливают, я не могу ничего сделать. Иди, смени позицию. Я не могу уйти с позиции, так она простреливает. А я ушел. Там отделение целое, снайпер, так меня по крыме отрабатывал, я и почти пех. Одного Фина заняли позицию. Где он там был, сука? Я что смотрел, никого не видел, нихуя. Вон куда я крепаюсь, там бегал. Поставил метку X2. Первый, займите позиции и начните продвижение через мост. А, тут замотан. Ничего тебе не появляется, да? Блять, почему-то кровь периодически проявляется, пиздец. Появление у тебя. Сейчас я физрасторчика. Еще одну метку X1, но восточнее поставил. В камушках сидит один товарищ. Да я разберусь. Вам не стреляли уже. Эй. А ну ладно, окей. Будет. Короче, отсюда ровно азимут 12, призрак. Угу. Азимут 12, ну, если вот как бы так станет, ровно посередине. Так, значит, короче, план капкан. Значит, здесь у нас остается. Остаются два. Нет, гоню. Да, один пулемет. Помогите ДР. Бессмертник, у тебя пулемет, да? Я снайпер, мы будем продвигаться дальше за бир пройти. Так, значит, повторяю, здесь остаются бессмертный призрак. Призрак, контроль ту тему, собственно, зиму 12 в тот район, камушка. Бессмертник, контроль дома, где первый контакт. Мы сейчас потихонечку свалим. Я сейчас гляну, что у нас на востоке. По меткам Рамзеса ВП-2 и Блэкерса. Потом как... Что поставить на метки ВП-2? Помощь окажут мне. Хорошо, я еще тогда тебе ты тоже остаешься где-то здесь, потом по команде ЗГПш вот те домики, короче, в котором мы работали, дымовыми. Хорошо. Ходите к... Давайте, на восток. Ходите на Б1 и дальше туда. Если что, за этими камушками можно лечь. Все будет супер. Он хотел перебежать ближе к вам, где вы переправляться. Да, чехота, на связь. На связи занимаемся тем, чтобы туда свалить. Там в камнях противник. Все, отступайте и продвигайтесь. На том берегу. Да, на том берегу в камнях противник сидит, не высовывается. Да, отступайте на юг и продвигайтесь, сука, к высадке РСА, то есть переплывайте и идите к Б1. На твоей метке. Принял. Так, там, ребята, кстати, отмена, РПК. Пошли обратно, нам сказали в другое место идти. Держка в виде дыров уже в тех. Спешились и на север шли. 72. Нет. У меня тоже патронов не понятно осталось. Тайфун, это там. Да он сюда встретил. 56 там есть в РГшке. Все, приняли тебя. Не-не, Катя.
Ох, какие стволы у вас. Ой, прямо аж завидно, завидно. Пин-код у вас есть снайпер? Есть снайпер. Да 340 снайпер между забором сидит, мы до него не достреливаем. Ну ща, найдешь этого наркомана, трансвестита, бегущего черного, вылови его, скажи ему, сейчас тоже передам. Призрак, тут говорят, трансвестит медики нужен на с оптикой. До этих троих медики добежишь, они тебе это сделают. Идите под крепой к Б1, начнете перебывать. Хорошо. Какое удачное стечение обстоятельств. Призрак, понял? У нас говорит Б1, у нас БМП выкатывается первое. Так вот, Эспин на юго-запад. Где контакт? Водит их переправишь. Проплывет? Да здесь, ваул. Слышь, там на ландаке ДВ-шка. Метки, где метки на ДВ? Что за херня вообще? Ну, послушай. А я уже послушал. Что говорят? Говорят, сдвиг. Перебежать. Танк перебил зушку. Баффа на ДВ. Короче, ребят, среди нас ЗУ и БМП. Нет. ЗУ уже нет, если были на ДВ, узнали бы. Как я могу быть на ДВ, если я обратно слушаю? Ничего не знаю. Лиман убили, а тут пиздри, блядь. Повтори, что? Закрать карту можно, не уходим. Лиман, ты живой? Да, да. Заглушись. Ты там стреляешь, блядь? Танк, который... Да. Чё там сзади бежит? Сзади. Чё, погнали. Стреляешь, блядь. Нихуя себе. Танк, он же не да. Давай. Низ. Да, может, в домике не слышу, а, понятно, я побежал к дому шота, а дома там уже нет. По тебе там бэха отработал. Бэха на ноль, бэха на ноль. Бэха на ноль. Ой-ой-ой. Слышишь, Янко? Слышу, Виник. Страшно? Ну как? Очень приятно, знаешь. О, по БМП стреляй, впереди БМП. По гамму стреляй. Да, ложись, ложись, все, все, выбили. Да, там, да, так нам повезло. Кстати, да, реально, только на холмик поднялся. Северные мои метки. Такая, была же. Кстати, фразы по нам, оттуда стрельба, оттуда стрельба. Танк, там еще пехота бегает, где БТС где. Ну мы им уже ничего не сделаем, не засклоним. Короче, фигачи вон туда, куда поехал танк. Идем. Танк получил в Тузлу. Мы живы. Мы живы. У нас тут разрыв. Оттуда стреляют. Сейчас пару дымов туда кинем. Он промазал. А сейчас промазал? Танк. Промазал. Стреляют, походу, за горящий БМП. Всё, тылу убить, брат. Да, оттуда бьют. Давайте, двигаем. Просто мы верим в то, что по нам...